коучи ТикТока до сих пор учат местных девах, как выпрашивать бабло у мужчин. Нет времени объяснять. Пишите прямо мою смс. Нет времени объяснять. Скинь, пожалуйста, 20 тысяч. Очень срочно. Восклицательные знаки. У меня проблема. Восклицательные знаки. Мне срочно нужны новые трусики. Интимисими. Восклицательные знаки. Он такой хи-хи-хи-хи-хи поржал. Очень серьезная проблема. Трусики. Во-первых, поржал. Во-вторых, ну, то есть при с подаче информации. Во-вторых, естественно, на трусики. Это же, как это на трусики не дать? Тут любую сумму проси, он вам весь и миллион отвесит, даже если у него его нет. Это же трусики, понимаете? Подумает, эти трусики будет с вас снимать. Прекрасно это понимает. Просить на титьки, на трусы, на белье, на что-то такое эротическое. И вообще на изи, девочки. Это просто самое элементарное, что можно взять от мужиков, с этого срубить бабло. Я, конечно, может быть, чего-то не понимаю, но мне кажется, на такое поведется только самый конченый олень. Более-менее адекватный мужчина просто пошлет нафиг ее с ее трусами за 20 тысяч рублей.